Ну что, если вы видели вчерашнее мое видео, вы, наверное, видели целую кучу воды, которая была. И вот, кстати, была она вот в этом самом месте, то самое море, по которому я вчера вот прошелся. И вся соя была затоплена. Сейчас прошло меньше суток. Да, меньше суток, совсем меньше. Часов 15 прошло. Вот. И, как вы видите, все абсолютно сухо. Не считая какой-то лужи, с которой размазали воду. А так вода ушла, посмотрите, не на крышах, нигде нету. Вот такая вот погода в Таиланде. Один день потоп, второй день солнечно и сухо. И как будто ничего не случилось.